Наконец-то потеплело и можно снова вернуться на дачу. Однако затяжные дожди и суровые ветра изрядно потрепали наши дачные участки. Что же нам делать? Однозначно нужна сварка. Но как выбрать надежный аппарат, который прослужит нам не один дачный сезон? Ответить на этот вопрос готовы в салоне сварки, который располагается на первой автодороге. В магазине представлен широкий ассортимент товаров, как для любителей, так и для профессионалов-сварщиков. Помочь с выбором всегда готовы опытные специалисты. Во-первых, нужно определить, для каких целей вам необходим аппарат. Для дачи подойдет аппарат небольшого размера. Он эргономичен, прост в обращении и имеет необходимую мощность для мелкого ремонта. Им можно варить где угодно. К тому же цена значительно ниже больших стационарных инверторов. Большие же аппараты обычно используются на постоянном месте работы. Это могут быть гаражи, заводы, различные производственные помещения. У таких аппаратов мощность намного больше, соответственно, цена выше. В обязательном порядке нужно уделить внимание защите. Для защиты глаз мы используем маски «Хамелеон» либо обычные щитки сварщика. Для защиты рук обычные перчатки не подойдут. Нужно использовать краги сварщика. Они отличаются особой степенью защиты от ожогов, ну а еще лучше приобрести специальный костюм сварщика, чтобы быть полностью уверенным в своей безопасности. Что касается качества, то в салоне сварки все аппараты надежны, а специалисты магазина с высокой ответственностью относятся к каждому товару, который предлагают своему покупателю.